Ровно в 10 утра двери школы закрылись на замок, чтобы посторонние не смогли помешать сдаче единого госэкзамена. Конверты с заданием по родному языку распечатаны. Итоговые испытания начались. Это отработанная система, она уже не первый год, вот, и она себя оправдывает. Пока учащиеся изучают полученные задания и заполняют бланки, за них переживают педагоги. Ольга Бердак – учитель русского языка в 15-й школе. Она говорит, что готовила свой класс к решающему экзамену последние 2 года. Буквально вчера провела с ними 5-часовую консультацию. Я ребят успокаивала, говорила, что мы подготовлены, мы обязаны написать и верю в то, что напишем. Но все равно волнуюсь, так же, как они. Единый госэкзамен по родному языку проходил запланированные 3 часа. В течение следующих дней вся информация будет тщательно обработана и итоговые результаты опубликуют на сайте Министерства просвещения. Александр Кожухарь, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.